Мне нужна партия, которая полностью возьмет на себя работу там, в России. Ленин. Никто не знает, о чем он думает и что сделает в следующий момент. Имя господина Паруса. Вам знакомо? А что вам до этой революции? А почему вы отказываете мне в желании построить лучший мир? Паника превращает людей в неуправляемую толпу. Мы можем ею руководить. Я привез вам деньги на революцию. Что нужно, чтобы построить новое? Нужно избавиться от старого. Я много думал и пришел к выводу, что вы неизбежность для России.